Что, коротенечко о полете. Самолет сел, пристегнулся, уснул, руление, взлет проспал. Часика 2-3 поспал, сколько-то там, не знаю. Покормили. Посмотрел стрёмную киношку. Опять поспал, просыпаюсь. А тут Владивосток. Говорят, погода здесь не очень, солнце, он жарит 24 градуса. Все врут постоянно в новостях. Сухо, никого не топит, все нормально. А я тем временем приехал на свалку всякого японского мусора. Оказывается, значит, Z-ка стоит. Так, это Evolution, Revolution. Тут какие-то кузова лютые. Так, что здесь у нас? Это дрифтеры тут, телеги, мусор какой-то. Опять мусор. Тут вот Nissan что-то парни ломают зачем-то. Зотоводы, тойотоводы ломают Nissan зачем-то. Шпильки мучают. Вот четырочка стоит. SX какой-то стоит по красоте. На каркасах. О, дрифт фуга. Дрифт такси фуга. На девятых номерах. Вот. И... Что здесь? Это Лаврентий 35. Если ты не саново, то у тебя должны быть обязательно запасные привода. Желательно 3-4 ящика здоровенных. Так что вот так вот, ребята. Купил Nissan, купи привода. Вот, чтобы было все ништяк. Так, ну короче, тут вот и мусорщики, ребята, собирают кузова всякие. Они у них гниют, и они потом с ними пытаются что-то сделать. Вот главарь бородатый. Тут чей-то турбик, эвик, это мусор какой-то, это непонятно что. И вот очень хорошенькая, целенькая 13-я элита. Куда-то спойлер делся стандартный, правда. Но она хороша. Вообще просто пушка. Кузовок в идеале, на педалях. Просто девственный. Но возле толчка стоит. Чё у нас тут? Капот на замке. И только японские матери, а долго. Я тоже хотел так. Давно я тут не был, поролон-то подыстрепало. Тут все, холодцы смотрите, поехали. Дрифт такси. Фуга и Лаврентий. Там папа, кукушка там стрельнула, походу. Это клапана с кукушки стрельнули, сейчас полетели. Или с орбишки там прокладку выдало. О, Семёныч, ну куда ты так ходишь, алло. Ребятки, вечер в хату. Город, и... Владивосток, Москва, день. Совет приду и нет. У нас Константин Андрей. Берет гитару. Егора, давай пистолет. Буду ему помогать. Егор. Подсказывать, куда ехать. А ты, Морчок давал, привели, да? В порядок.